Привет всем. Хочу поделиться идеей, может быть, сразу даже пригласить участников, желающих, которые такое могли бы поддержать, и совета у аудитории. Мне подумалось, что можно создать ветку, скажем так, киноклуба, ориентированную на детей. Кого я имею в виду под детьми? Но понятное дело, что у человека должен быть достаточно там развитый интеллект и подвешенный язык, чтобы он мог высказываться на свободную тему, да, какие-то мысли размышлять. С другой стороны, скажем, 15-16 лет, особенно потому, что я вижу в интернете, наверное, уже поздновато, потому что, в принципе, 15-16 лет не запрещено. Кто хочет, мог бы подключиться и к обычному взрослому киноклубу. Там я понимаю, что эти люди, наверное, не смотрели, скажем, «Кин-дза-дза», и, наверное, он им вообще не интересен. Но, скажем, про «Матрицу», про «Исчезнувшую», про «Шоу Трумана» вполне могли бы высказываться, и, в общем, двери открыты. Все, кто, кому есть что сказать, кто умеет цивилизованно общаться, в общем, заходите, приглашаем. Вот, я думал про, ну, так сейчас навскидку, мне кажется, что, скажем, между 12 и 14 годами было бы, наверное, самое разумное для такой вот средней точки. Как бы, если и подростки, то младшие, но уже не дети. Те, кто мог бы обсудить какие-то вещи. В общем, те, кто способен, там, допустим, естественно, категория фильмов там будет другая, и вообще говоря, скорее всего, будет смещение в сторону мультфильмов, а не фильмов. Ну, либо хорошая западная мультипликация, либо это, наверное, был бы большой акцент советской мультипликации. Соответственно, нужны люди, которым есть что сказать, кто могут увидеть глубже, чем просто поверхность в каком-нибудь там мультике, типа там «Крошка енот» или «Лоскутики облака», да, кто немножко способен вглубь посмотреть и что-то высказаться. Я, наверное, такой отдельный клуб вынес бы в отдельный канал даже. Я думаю, что для этого нужно будет отдельный канал сделать. И, естественно, там понадобится создать более защищенную, безопасную среду. Так что вполне вероятно, что там живых трансляций не будет вообще. Трансляции будут происходить в Zoom'е. Потом там будет редактирование какое-то на предмет, в общем, чего угодно, что... В общем, все шероховатости... Ну, смысловые я имею в виду, конечно, не эстетику. Эстетика пусть остается, то есть как человек говорит, так говорит. Но, например, какие-нибудь оговорки, там какие-нибудь, не дай бог, наезды взаимные, в общем, ничего этого не будет. И уже редактированная версия, цензурированная, будет выкладываться на отдельный канал. Скорее всего, не коммерческий, то есть это все как бы вот, ну, на добровольной основе. Я не думаю, что у этого будет большое количество зрителей, но, возможно, было бы интересно какому-то количеству участников. Вопрос, собственно, у меня сейчас такой. А где найти эту самую аудиторию? Я навскидку посмотрел сейчас там несколько подсказок. Где, собственно, тусуются подростки? Мне же не пойдет, типа, сайты, типа, там, TikTok или Куб. Что там? Там просто лайки и накрутки. А где люди, собственно, что-то пишут осмысленное? Вообще есть такое? Существует ли? Поиски по словосочетанию «подростковый форум», они либо какие-то полудохлые, эти форумы все, либо там подростки уже явно старшие, ну, те, кто в состоянии поднять форум, там, зарегистрировать доменное имя, ну, то есть такое уже поздновато, в общем, это уже ближе к взрослым, чем к младшим подросткам. Соответственно, я так понимаю, что, наверное, это что-то типа ВКонтакта надо искать. Но вот беглый поиск опять по там словосочетанию «подростки» и там с чем-нибудь что-то как-то ничего не приносит. Там либо поток вот этих вот социальных картинок, мемасиков стандартных, ничего не значащих, либо уже откровенно там типа знакомство там, и там таким языком подростки пишут, что я такого языка не хочу. Даже на взрослом канале не хочу, а уж тем более на детском. Так что вопрос упирается, где бы найти таких желающих поговорить. Человек, скажем, 4-6. Пол, в принципе, не важен. Я думаю, что было бы интересно, чтобы были и мальчики, и девочки представлены. А все совершенно анонимно, естественно. То есть, там, не знаю, с выдуманным именем, без каких-либо изображений. И еще раз говорю, скорее всего, в реальном времени, вживую, вообще трансляций
наверное, не будет, я так думаю. Просто, так сказать, для безопасности, да, to be on a safe side. Вот. Наверное, было бы выгоднее, чтобы эти люди все друг друга в реальном мире не знали, потому что, а то велика вероятность там, возрастает вероятность проговориться, в общем, и слить свою identity там, где ее сливать не стоит. Так что полная анонимность и, собственно, все. Так вот, значит, во-первых, те немногие, кто, может быть, у меня на канале есть, кто попадает в этот диапазон 12-14 лет. Первая категория – это, еще раз, те, кто, может быть, на канал и так ходит, но хотели бы в таком поучаствовать. Вторая категория – может быть, те, кто из вас взрослые ходит на канал. Может, у вас есть там ваши или знакомые подростки, которые могли бы заинтересоваться, если вы их направите в такое место. Это тоже будет полезно. И третье, подскажите какие-нибудь места в интернете, куда можно было бы кинуть объявление с приглашением. Вот кто хочет в таком поучаствовать, я бы, наверное, попробовал. Время, наверное, будет, временное окно, естественно, другое для детей. Это будет, во-первых, меньше времени, а во-вторых, какое-нибудь более удобное время. Например, будний день, скажем, между 6 и 8 вечера, допустим. Я думаю, пара часов, это, наверное, максимум, который это сможет быть. Скорее я бы целился в два урока в одну пару, то есть 45-45. Как-то так. Ну, что-то в этом духе. Вот, так сказать, жду фидбэка, ценных советов, ну и от потенциальных участников каких-то комментариев. Счастливо. А напоминаю, у нас продолжается голосование про субботники на клуб. И вчера, по крайней мере, там сильно лидировал Кин-дза-дза. Вот, ну, в общем, заходите, голосуйте. Объявление вчерашнее висит у меня на канале, там есть ссылочка. Все, пока, до встречи. Жду информации. Прекрасная идея. Я кровожадный? Кровожадный. Я беспощадный? Беспощадный. Я злой разбойник? Злой. Дети мои, все, кто любит меня, вперед!